Уважаемые дамы и господа, сегодня с вами вновь Upload Challenge, на этот раз 105. А значит, сегодня вы снова увидите бескомпромиссные поединки по боям без правил или, если хотите, по микс-файту. 8 поединков, один из которых будет проходить в рамках чемпионата СССР по боям без правил на призы бойцовского клуба «Upload». Итак, представляем судейскую коллегию. Главный судья нашего турнира – Волосных Валерий Валентинович, поприветствую! А также Станислав Павлов и Александр Журавлев. И, разумеется, позвольте пригласить бессменного рефери наших турниров Андрей Коловоротный. Итак, уважаемые дамы и господа, первый поединок пройдет в весовой категории до 66 килограмм. И первым – синий угол клетки. Мы приглашаем бойца, который представляет Российскую Федерацию – Ladies and gentlemen, Russian Federation, Moscow City, Заур Нурадзина! А
также, уважаемые дамы и господа, поприветствуем его соперника, вес которого также не превышает отметку 66 килограмм. Ларичан Чомен, Россия, город Москва, Александр клуб «Вятич» Александр Афонин. Ты не беспокойся, а еще просил казал, правде для народа, будет правда на земле, будет и свобода. Итак, представляем соперников первого поединка нашего вечера. Справа от меня боец в синем углу клетки, вес которого составляет 64 килограмма, 168 сантиметров его рост, ему 24 года. Представляет бойцовский клуб «Альянс», является многократным призером и чемпионом турниров по боевому самбо. Дамы и господа, Российская Федерация, город Москва, Заур Нуратдинов! А также его соперник, стоящий слева от меня, в красном углу клетки. Боец, вес которого составляет 65 килограмм. 165 сантиметров его рост, ему 19 лет. Является многократным победителем турниров по киокушинкай карате, а также областных турниров по грэпплингу и тайскому боксу. Профессиональный рекорд ММА. 3 поединка, 2 победы, 1 поражение. Бойцовский клуб «Вятич», Российская Федерация, город Москва, Александр Афонин. Рефери 2 поединка Андрей Коловоротный. Три раунда по 5 минут. Внимательно слушаем выполняемые команды. Соблюдаем правила. Следим за защитой. И пусть победит сильнейший. Пожали руки. По углам. Давай,
Итак, уважаемые дамы и господа, в этом поединке за 4 секунды до окончания первого раунда победу болевым приемом на руку одержал боец из синего угла клетки Заур Нурадинов! Уважаемые дамы и господа, следующий поединок состоится в средней и весовой категории до 84 килограмм. И первым в синий угол клетки приглашается боец, представляющий Российскую Федерацию, город Зеленоград, ladies and gentlemen, let's queen in the cage, Юрий! Уважаемые дамы и господа, также поприветствуем в клетке
Его соперника в красный угол приглашается. Ladies and gentlemen, welcome to the cage, fighter from Moscow City, Russia. Юрик Смоя! Уважаемые дамы и господа, представляем соперников второго поединка нашего вечера в весовой категории до 84 килограмм. Средний вес. Справа от меня, в синем углу клетки, боец, вес которого составляет 80 килограмм, 176 сантиметров, его рост, ему 21 год. Является мастером спорта по вольной борьбе, чемпионом Краснодарского края по боксу, а также призером Южного федерального округа по боевому самбо. Профессиональный рекорд ММА – 8 боев. 4 победы, 3 поражения, 1 поединок завершился ничью. Дамы и господа, Российская Федерация, город Зеленоград, Юрий Дюрченко! А также его соперник, стоящий слева от меня в красном углу клетки. Боец, вес которого составляет 83 килограмма, 176 сантиметров, его рост, ему также 21 год. Является чемпионом Северокавказского федерального округа по боевому самбо. Призером Кубка мира по боевому самбо. Профессиональный рекорд в микс-файте. 2 поединка, 2 победы, ни одного поражения. Дамы и господа, Российская Федерация, город Москва, Юрик Смоян! Три раунда по 5 минут. Внимательно слушаем, выполняем мои команды. Соблюдаем правила, следим за защитой. И пусть победит сильнейший. По углам. Thank you.
Уважаемые дамы и господа, на 3-й минуте 30-й секунде первого раунда удушающим приемом сзади досрочную победу одержал боец, представляющий Российскую Федерацию, город Москва, Юрик Смоя! Итак, уважаемые дамы и господа, следующий поединок состоится в весовой категории до 66 килограммов. И первым в синий угол клетки приглашается боец, представляющий город Санкт-Петербург, Российская Федерация, Ladies and gentlemen, let's greet in the cage, fighter from St. Petersburg City, Russia, Артур! Соловьев! Также, дамы и господа, поприветствуем в клетке его соперника, в
красный угол приглашается боец, представляющий Российскую Федерацию, город Москва. Дамы и господа, ladies and gentlemen, Эльман Шах Романов! It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I'm designed to try to explain it through time. Итак, представляем соперников третьего поединка нашего вечера весовой категории до 66 килограммов. Справа от меня, в синем углу клетки, и боец, вес которого составляет 65 килограмм, 175 сантиметров его рост, ему 20 лет, является многократным победителем турниров по рукопашному бою, мастером спорта по панкратиону, финалистом чемпионата России по панкратиону 2014 года, спортивный клуб «Патриот», Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Артур Соловьев! А также его соперник, стоящий слева от меня в красном углу клетки, боец, вес которого составляет 66 килограммов, 170 сантиметров его рост, ему 23 года. Является чемпионом России по ушу саньда. Представляет спортивный клуб «Альянс», Российская Федерация, город Москва. Профессиональный рекорд в ММА. 3 поединка, 2 победы, 1 поражение. Эльман Шахраманов! Андрей Коловоротный, рефери этого поединка. 3 раунда по 5 минут. Внимательно слушаем выполняемые команды. Соблюдаем правила. Следим за защитой. И пусть победит сильнейший. Пожали руки. По углам. Готов? Спешите.
Первого раунда. Болевым приемом на руку победу одержал боец из Санкт-Петербурга Артур Соловьев! Итак, дамы и господа, к вашему вниманию вновь танцевальный номер. You are my savior.
Итак, уважаемые дамы и господа, мы продолжаем. Следующий поединок состоится в весовой категории вновь до 84 килограмм средний вес. И первым в синий угол клетки мы приглашаем бойца из клуба «Панчер», Российская Федерация, город Москва. Ladies and gentlemen, Айк Арцахский Гаспарян! Я спать, друзья, вам только одну сторону, древнюю, молодую и прекрасную. А как там красивые горы и поля, все это представить трудно вам, мои друзья. А как там красивые горы и поля, все это представить трудно вам, мои друзья. Да богат наш край природою своей, и равняться ей самой Швейцарии. А как называется этот край, друзья, солнечный Арцах, вам отвечу я. А также поприветствуем в красном углу клетки его соперника. ВС представляет также Российскую Федерацию, город Москва. Дамы и господа, please welcome Георгий Келия! Итак, дамы и господа, представляем соперников четвертого поединка нашего вечера в среднем весе до 84 килограмм. Справа от меня, в синем углу клетки, боец, вес которого составляет 84 килограмма ровно, 182 сантиметра его рост, ему 23 года, является чемпионом Москвы по панкратиону, многократным победителем всероссийских турниров по боевому самбо, спортивному самбо, а также армейскому рукопашному бою. А также является призером Кубка Владимира Вольфовича Жириновского по боям без правил. Дамы и господа, спортивный клуб «Панчер». Профессиональный рекорд. Один бой, одна победа. Ladies and gentlemen, Айк Арцахский Гаспарян! А также его соперник, стоящий слева от меня в красном углу. Боец, вес которого составляет также 84 килограмма, 182 сантиметра его рост. Ему 24 года, профессиональный рекорд, один бой, одна победа. Является чемпионом проекта «Хип-шоу», а также чемпионом Москвы по боевому самбо и ММА. Спортивный клуб «Стрела», город Москва, дамы и господа! Георгий Кекелия! Андрей Коловоротный, рефери этого поединка. Три раунда по 5 минут. Внимательно слушаем, выполняем мои команды. Соблюдаем правила, следим за защитой. И пусть победит сильнейший. Пожали руки. По углам. Готов? Fight!
Дамы и господа, в этом поединке на первой минуте 59 секунде первого раунда удушающим приемом треугольник досрочную победу одержал боец из Москвы Георгий Кекалия! Итак, дамы и господа, следующий пятый поединок состоится вновь в среднем весе до 84 килограмм. И первым в синий угол клетки приглашается боец из Москвы, дамы и господа, Беслан Джабраилов! Также, уважаемые дамы и господа, поприветствуем в красном углу клетки бойца вновь из Москвы. Ladies and gentlemen, let's greet in the cage fighter from Moscow City, Russia, Alexander! Итак, представляем соперников пятого поединка нашего вечера в среднем весе до 84 килограмм. Справа от меня в синем углу клетки. Боец, вес которого составляет 79 килограмм, 179 сантиметров. Его рост, ему 20 лет. Является многократным победителем турниров по армейскому рукопашному бою.
победителем первенства Московской области по рукопашному бою, а также боевому самбо. Профессиональный рекорд. Один бой, одна победа, ни одного поражения. Российская Федерация, город Москва, Беслан Джабраилов. А также его соперник, стоящий слева от меня в красном углу клетки. Боец, из которого составляет 80 килограммов. Ровно 187 сантиметров его рост, ему 24 года, является многократным победителем турниров по кудо и армейскому рукопашному бою, мастером спорта по кудо. Российская Федерация, город Москва, дамы и господа, поприветствуем Александр Филимонов! Андрей Коловоротный, рефери этого поединка. Три раунда по 5 минут. Внимательно слушаем выполняемые команды. Соблюдаем правила. Следим за защитой. И пусть победит сильнейший. Пожали руки. По углам. Не лезь, не устаешь!
Хорошо, еще одна! Давай, прижми, прижми!39 секунде второго раунда блестящим болевым приемом победу одержал Александр Филимонов, дамы и господа! Итак, уважаемые дамы и господа, для участия в следующем поединке под номером 6 сегодняшнего вечера весовой категории до 70 килограмм. Первым в синий угол клетки приглашается боец, представляющий город Зеленоград Российской Федерации, Ladies and gentlemen, let's greet in the blue corner of the cage, fighter from Russian Federation, Ренат Шейхмурзаев! Thank you.
Итак, поприветствуем в красном углу клетки его соперника. Боец представляет Российскую Федерацию, город Москва. Дамы и господа, Али Джай Саркера! Итак, представляем соперников шестого поединка нашего вечера весовой категории до 70 килограмм. Справа от меня, в синем углу клетки. Боец, вес которого составляет 70 килограммов, ровно 173 сантиметра. Его рост, ему 19 лет. Является многократным победителем и призером всероссийских турниров по самбо. Город Зеленоград, Российская Федерация, ladies and gentlemen, Ренат Шейхмурзаев! А также его соперник стоящий слева от меня в красном углу клетки. Боец, вес которого составляет 70 килограммов, ровно так же. 175 сантиметров, его рост, ему 24 года. Является трехкратным чемпионом мира по ушу саньда. Профессиональный рекорд. 12 поединков, 8 побед, 4 поражения. Спортивный клуб «Альянс», Российская Федерация, город Москва. Дамы и господа, поприветствуем Али Джай Саркеров! Синий угол. Три раунда по 5 минут. Внимательно слушаем выполняемые команды. Соблюдаем правила, следим за защитой. И пусть победит сильнейший. Пожали руки. По углам. Thank you.
Итак, уважаемые дамы и господа, в этом поединке на 55-й секунде первого раунда блестящим удушающим приемом обратный треугольник досрочную победу одержал боец из Москвы Алияр Саркера! Позволим вам насладиться изящными и грациозными движениями наших девушек. Ваши аплодисменты! Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Загните на место. Thank you.
Да. Как, я думаю, многие из вас уже, наверное, поняли, что следующий поединок пройдет в рамках, соответственно, турнира Upload Challenge 105, однако он будет являться 30-м туром чемпионата СССР по боям без правил на кубок СК Upload. Долгожданный поединок между двумя бойцами, который состоится именно сегодня. В весовой категории до 77 килограмм. Итак, уважаемые дамы и господа, первым в синий угол клетки приглашается боец родом из Таджикистана. На данный момент представляет Российскую Федерацию спортивный клуб Академия боевых искусств «Честь». Ladies and gentlemen, last week in the cage fighter who was born in Tajikistan Republic. For now he represents Russian Federation Sport Club, the Academy of Martial Arts. Honor Rustam Khudoydonev. Итак, уважаемые дамы и господа, также позвольте пригласить в красный угол клетки бойца, вес которого не превышает отметку 77 килограмм, соперник Рустама Худайдонова. Ladies and gentlemen, last week in the cage, in the red corner of the cage, his contender. He was born in Uzbekistan, from now represents the Russian Federation. Боец также родом из другой страны, из Узбекистана, однако на данный момент представляет Российскую Федерацию. Дамы и господа, ladies and gentlemen, please welcome Doverback Исака! Search.
Итак, уважаемые дамы и господа, представляем соперников поединка 30-го тура чемпионата СССР в рамках весовой категории до 77 килограмм международный поединок. И справа от меня в синем углу боец, вес которого составляет 77 килограммов, 183 сантиметра его рост, ему 22 года, является чемпионом Таджикистана по боевому самбо. Представляет спортивный клуб Академия боевых искусств «Честь». Профессиональный рекорд ММА 6 поединков, 4 победы, 2 поражения. Спортивный клуб Академия боевых искусств «Честь», Республика Таджикистан, Рустам Худайдолов! Ladies and gentlemen, let me introduce him first. Fighter in the blue corner. His weight is 77 kilos. He's Mahari, 83 centimeters tall, 22 years old. He's combat sambo champion of Tajikistan Republic with professional record in MMA. 6 fights, 4 victories and just 2 losses. From Sport Club, the Academy of Martial Arts honor, Tajikistan Republic. Rustam Худайдолов! А также его соперник, стоящий слева от меня в красном углу клетки. Боец, вес которого составляет 77 килограммов, также 183 сантиметра его рост, ему 29 лет, является трехкратным чемпионом Азии по кикбоксингу. Также серебряным призером чемпионата мира по рукопашному бою. Профессиональный рекорд в ММА. 5 побед, 8 поражений. Спортивный клуб KO Fight. Республика Узбекистан. Даурбек Исаков. Ladies and gentlemen, and also let me introduce you his contender fighter in the red corner. His weight is 77 kilos. Also, he's 183 centimeters tall, 29 years old. He is 3 times kickboxing champion of Asia. And also, he got 2nd place in hand-to-hand fighting championship of the world with professional record, 5 victories, 8 losses, no draws. From Sport Club, KO Fight, Uzbekistan Republic, Daurbek Isakov. Referee in the cage, Andrei Kolovorotny. Три раунда по 5 минут. Внимательно слушаем, выполняем мои команды. Соблюдаем правила, следим за защитой. И пусть победит сильнейший. Пожали руки. По углам. Let's
вибачте. Ти сам на фас гаш. Ти сам на фас гаш. Я не стес. Ти сам на фас гаш. Спокойно, спокойно. Хороша работа. Хороша работа. Хороша работа. Спокойно, спокойно. Я гора. Я гора. Слово гора, я гора. А на нормали. Во время поединка около клетки могут находиться только два секунданта. Убедительная просьба всех остальных покинуть расстояние больше, чем на метр возле клетки. Вот она.
Thank you.
Уважаемые дамы и господа, в этом бескомпромиссном поединке 30-го тура чемпионата СССР по боям без правил на призы «Скаплот» победу на 3-й минуте 38-й секунде 3-го раунда в связи с пассивной защитой соперника и остановкой рефери одержал боец спортивного клуба Академия боевых искусств «Честь» из Республики Таджикистан Рустам Ходайгалов! Но также аплодисменты его сопернику Дарбеку Исакову, который великолепно сражался и сам не сдался в этом поединке, а бой был остановлен рефери. Уважаемые дамы и господа, позвольте пригласить также в клетку почетного гостя нашего сегодняшнего турнира, который является президентом Федерации женской вольной борьбы России. Дамы и господа, Омар Магомедович Муртазалиев, поприветствуем! Итак, конечно же, несколько слов нашему почетному гостю. Как вы оцениваете подготовку бойцов, особенно последний бой? Насколько с точки зрения профессионалов в спорте вы считаете, что сегодняшний турнир проходит на каком для вас уровне? Добрый вечер, дорогие друзья. Я рад поприветствовать вас в этом прекрасном зале и болеть и смотреть вот эти замечательные бои. Если комментировать последний бой, то я должен сказать, что бойцы выиграли именно за счет наших приемов. Приемов из вольной борьбы. Да, вольники были здесь на высоте, проходы, многие броски, и позиция сверху, она в данном виде спорта более выигрышная. Но если вы внимательно смотрели, то оба бойца действительно сражались до конца, бескомпромиссно. Был красивый бой и выиграл все вещи. Поэтому я желаю, чтобы здесь, на этом восьмиугольнике, побеждали только все вещи. Спасибо. Ваши аплодисменты. Почетный гость нашего турнира Омар Магомедович Муртазалиев, президент Федерации женской вольной борьбы России. Итак, уважаемые дамы и господа, следующий заключительный поединок нашего вечера состоится в абсолютной весовой категории 93+. Бой вечера. И первым в синий угол клетки приглашается боец, представляющий Российскую Федерацию, город Москва. Ladies and gentlemen, let's greet in the blue corner of the cage fighter who represents Russian Federation Moscow City, Stanislav Kovalenko.
А перед тем, как... Да. Уважаемые дамы и господа, приглашается Станислав Коваленко. Итак, уважаемые дамы и господа, также позвольте пригласить в клетку в красный угол его соперника. ВС представляет также Российскую Федерацию, город Москва. Ladies and gentlemen, last week in the red corner, Mr. Gaji! Gaji! Итак, уважаемые дамы и господа, перед тем, как мы объявим антропометрические данные бойцов, их бойцовские звания и титулы, а также профессиональные рекорды, позвольте пригласить в клетку также брата второго бойца в красном углу, брата Гаджи Гаджиева по имени Идрис. Поприветствуем в клетке. И, конечно же, уважаемые дамы и господа, в клетку приглашается известнейший боец не только уже Российской Федерации, но и во всем мире. Один из лучших грэпплеров. Дамы и господа, Алексей Алексеевич Олейник! Капитан спортивной команды «Оплот». Ваши бурные аплодисменты. Я сегодня рад увидеть присутствовать и лично от всей души, лично от себя подарить и от нашей команды Алексею Олейнику такой кавказский комплект. Спасибо. Спасибо огромное. Да-да-да, можно, да. Вот такой подарочный. Рубит так рубит, да? Дамы и господа, ваши аплодисменты. Брат Гаджи Гаджиева Идрис и Алексей Алексеевич Олейник только что принял в дар великолепную саблю и, конечно же, папаху. Все это в преддверии великолепного поединка. Ваши бурные овации еще. Итак, уважаемые дамы и господа, после этой небольшой преамбулы мы объявляем данные бойцов, и вы будете свидетелями великолепного главного поединка нашего вечера в абсолютной и весовой категории. Итак, справа от меня в синем углу клетки. Боец, вес которого составляет 116 килограмм. 184 сантиметра, его рост, ему 28 лет. Является многократным победителем турниров по боксу, а также армейскому рукопашному бою. Профессиональный рекорд боя без правил и микс-файте. Два поединка, две победы, ни одного поражения. Дамы и господа, Станислав Коваленко! А также...
также его соперник, стоящий слева от меня в красном углу клетки. Боец, вес которого составляет 95 килограмм. 182 сантиметра его рост, ему 26 лет. Является чемпионом мира по панкратиону. Представляет спортивный клуб «Крепость» Российской Федерации, город Москва. Ladies and gentlemen, Гаджи Гаджиев! Рефери этого поединка Андрей Коловоротный. Три раунда по 5 минут. Внимательно слушаем выполняемые команды. Соблюдаем правила, следим за защитой. И пусть победит сильнейший. По углам. Уважаемые дамы и господа, в этом поединке на 49-й секунде первого раунда блестящим нокаутом победу одержал боец, представляющий клуб «Крепость» Гаджи Гаджиев. Итак, уважаемые дамы и господа, сегодняшний вечер боев стремительно подходит к концу, но мы ждем вас на следующем турнире «Оплот Челлендж 106», который состоится уже буквально через пару недель. С вами был Алекс Кардо, «Оплот». Живи сильно!